Быть любопытным и активным, не стесняйся задавать вопросы, порой даже глупые. Все это говорит об открытости к новым знаниям. Во Дворце культуры Черкесска прошла серия батлов молодых ученых, организованная Российским обществом знания. Проект с говорящим названием «Ученый говорит» нацелен на то, чтобы говорить о научных исследованиях легко, понятно и, самое главное, увлекательно. Ахмат Халкечев продолжит. 5 спикеров сражаются между собой. Задача каждого – рассказать аудитории о своих научных изысканиях и открытиях максимально доступно и увлекательно. У кого получилось добиться большего расположения любознательной публики, определяет беспристрастная техника. Специальная программа по уровню шума аплодисментов, выражаясь на молодежном сленге, определяет, чей спич зашел. Задача рассказать молодежи, в первую очередь, да, студентам и, в принципе, всем желающим о науке, заинтересовать их этой областью и, может быть, даже кто-то захочет стать ученым. Какие полимеры могут спасти нас от мусорной катастрофы? Как производить мясо без убоя животных? Что такое химия? И как производные некоторых органических веществ могут продлить человеческую жизнь? Все это далеко не полный список тем, с которыми выступали спикеры. Мы говорим на темы, которые актуальны для наших слушателей, которые их касаются, и стараемся сделать это наиболее доступно и в веселой манере, чтобы было понятно. Потому что когда непонятно, тогда и неинтересно. Я буду рассказывать о разработках моей кафедры. Это гидрогели, суперабсорбенты воды, сорбенты для очистки воды от ионов тяжелых металлов и также биодеградируемая упаковка. Я работаю на кафедре высокомолекулярных соединений, мы работаем с полимерами. Подобные мероприятия крайне важны не только для донесения научно-популярных знаний в массы, но и для простого знакомства с наукой людей, чья профессия пока еще не связана с исследовательской деятельностью. Ведь расширение спектра интересов может вылиться вполне себе полезное открытие в какой-нибудь отрасли, выразили уверенность организаторы и участники встречи. Спикеры очень подготовлены, и они с интересным докладом дают буквально очень сложную информацию. И мне очень интересно. Вот сейчас выступает спикер по медицинской части. Он рассказывает информацию прям сложную, для простого человека, в виде, знаете, мемов, в виде молодежного стиля. То есть его язык настолько прост, и ты сразу вникаешь и сразу понимаешь, о чем он говорит. По итогам 3 раундов сердца и умы зрителей завоевал Сергей Подковальников, аспирант Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, лауреат нацпроекта образования и автор просветительского блога Biology Like. Ахмат Халкечев, Олег Малхожев, Вести Карачаево, Черкесия.